Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео я хочу вам рассказать, показать экипировку, которую я себе приобрел этой зимой. То есть перед тем, как пойти в автошколу, я сначала купил себе полностью весь экип, потом записался в автошколу, а уже после заказал себе мотоцикл. То есть так рекомендуют все, в принципе, здравомыслящие люди. То есть не рекомендуют сначала купить экип, а потом мотоцикл. Не наоборот, купить мотоцикл и потом на сдачу купить какой-то подобие экипа. Я к этому вопросу подошел основательно, поэтому я хочу вам сейчас рассказать в этом видео, что я себе купил и чем я руководствовался. Итак, надеюсь, вам понравится видео, поэтому не забываем ставить лайки, жмакать на колокольчик, подписываться на канал, ну и рассказывать обо мне друзьям. Итак, поехали. Давайте я вам покажу, что я себе купил. Итак, купил я себе вот такие вот штаны, это Dainese. Ну-ка, давайте посмотрим, как камера лежит. Нормально. Итак, друзья, купил я себе вот такие вот штаны Dainese. Это кожаные штаны, спортивные, то есть с максимальной защитой. Многие из вас, конечно, скажут, что кожа это летом вполне будет очень сильно жопа, так скажем. Я с вами абсолютно согласен, даже когда я их померил, то есть я уже сразу же вспотел в магазине. Но ко мне подошла продавщица и сказала, что обязательно надо под них одевать какую-то термуху. После этого будет все зашибись. И дело в том, что я в магазине померил вот эту вот термуху. Это обычные штаны, но они именно летние, как бы у них вот. Вот, они должны как бы охлаждать. То есть одел, померил вот с этой термухой, и вы знаете, небо и земля. После чего я даже дома тестировал эти штаны, вот, одевал эту термуху дома, скажем, градусов 23, вот 24 было, и в полчаса просто сидел в этих штанах, просто посмотреть ощущения, да. И в принципе, то есть я никакой жары не ощутил, то есть нормально, то есть жить можно, поэтому я думаю, летом в них с правильной термухой будет вполне себе ничего, нормально. Далее, к этим штанам, естественно, я купил вот такую куртку, это тоже куртка Dainese, тоже спортивная, то есть защита максимальная везде. То есть преимущество этой куртки, почему я взял именно ее, в ней присутствует подклад. Ну-ка, он сейчас у меня установлен или нет? Нет, подклад у меня сейчас не установлен. Он у меня в шкафу, я его достать забыл. Ну ладно, ну вы просто поверите, да, вот что сюда пристегивается подклад. Также я купил дополнительную защиту спины под эту куртку, тоже оригинальную дайнезовскую вот такую вот штуку, которая вставляется вот сюда. Курточка очень удобная, мне в принципе нравится, я остался доволен. Она очень хорошо подходит к этим штанам. Поэтому зашибись. Что касается перчаток, так как я новичок в этом деле, я решил взять максимальную защиту, которую возможно было. То есть максимальная защита и максимальный комфорт. То есть мне понравились вот эти от FLM. Я купил их, по-моему, в Луисе. Нет, не в Луисе, в другом магазине. Да. И то есть я остался тоже очень доволен, они удобные, брал такие по размеру, что прям немножко туговатые были, они немножко разносились уже, я их использую сейчас на скутере иногда, чтобы так их разносить немножко, поэтому в принципе чувствую себя в них уже довольно-таки комфортно. Дальше обувь, мотоботы. Да, мотоботы это отдельная тема. Я себе взял вот такие мотоботы, это Daytona, made in Germany, то есть их делают полностью в Германии. Почему я взял именно Daytona? Это сейчас не реклама, а просто рассказываю, как оно было. Я был в Луисе. Ну и не только в Луисе, даже еще был в одном магазине, тоже крупный в Германии магазин. Полумото, по-моему, как так называется, ну, неважно. Был в обоих магазинах, перемерил все, что там было. Вот всю обувь, все, что там было, начиная и от самых дешевых, от дорогих, перемерил все. Ну, они какие-то неудобные или слишком неудобные. Я не знаю, ну, не мог я остановиться. Или к этим штанам не подходили. Вот мучился. А на Daytona я как-то, знаете, сначала даже старался не смотреть, потому что ценник у Daytona, он такой, ну, негуманный. Потом думаю, да в рот оно ебись. Взял, померил вот эти ботинки, и вы по нему не поверите. Я, блядь, это как домашние тапочки. В них было настолько удобно и комфортно, что я плюнул на деньги, думаю, да в рот
оно ебись. Покупаем один раз и надолго. Безопасность и комфорт превыше всего. Преимущество этих ботинок в чем? Они непромокаемые. То есть, если купить эти ботинки, то, в принципе, бахилы нахер не нужны. Они, у них это тут есть, как она называется, херня, Гортекс. То есть, она дышит, но не промокает. То есть, в этих ботинках я даже тоже проводил эксперимент, дома носил их, и посмотреть, будет ли нога потеть или нет. Нога ни разу не спотела. То есть, очень комфортные. Ну, они еще, конечно, немножко не разношенные, но все равно, блин, я доволен, что я их купил. И мне они достались немножко подешевле, потому что у меня был купон на 50 евро от Луис. Плюс я еще их покупал через юридическое лицо, поэтому мне там, ну, на НДС немножко сэкономил. В целом я, в принципе, заплатил за них где-то 180 евро, если так не соврать. Сейчас уже точно не помню. Но они стоят своих денег, поэтому рекомендую, ребята, вот эту контору. Но есть один нюанс у этой обуви дайтоновской. У них размеры надо брать не на один размер меньше, чем вот вы обычно носите. Допустим, у меня размер мой стандартный, всю обувь я покупаю всегда 43 размер. Неважно, будь то кроссовки или, скажем, там какие-нибудь выходные туфли. Поэтому, когда я померил 43 размер этих ботинок, они были большие. То есть я реально взял 42 размер этих ботинок, и они мне, в принципе, в аккурат. Конечно, если вы планируете прям зимой, если вы живете, скажем, в каком-то регионе, где у вас очень холодно, и вы ездите по холоду, и вы хотите их одевать с шерстяным носком, тогда все-таки, наверное, стоит взять свой размер. А если вот вы живете в европейском климате, так скажем, климат мягкий, как в Европе, в частности, в Германии, то на размер меньше смело берите, не ошибетесь. Ну, это если будете заказывать онлайн. В принципе, это вот у меня базовая экипировка, которую я взял на сегодняшний день. Естественно, надо будет что-то будет потом еще текстильного прикупить, там штанишки какие-нибудь или джинсы, ну что-то такое полегче на лето, когда действительно жара будет. Но так как я начинающий, поэтому я исходил из того, из безопасности. Моя безопасность мне дороже. Хер с ним, пожертвую немножко комфортом где-то, но безопасность превыше всего. На себе экономить ни в коем случае не рекомендую, ребята. Это ваша жизнь, ваше здоровье, поэтому ну их нахер. Переплатить лишний раз 50 евро. Знаете, покупать мотоцикл, который, блядь, стоит 9000 евро, и не купить к нему нормальную экипировку, ну это полный пиздец, ну. Так что, ребята, пока я жду свой мотоцикл мечты, это Honda CBR 650 2020 года, то будем довольствоваться вот пока такими видосами, буду делать покатушки на своем скутере. Ну вот сегодня решил вам просто показать свой базовый экип. То есть с этим экипом я пойду в автошколу кататься, соответственно, ну и на первых порах буду тоже в нем кататься. Ну, ладно, ребята, все, не буду вас утомлять больше этим видосом. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, рекомендуйте меня своим друзьям обязательно. Скоро я сделаю инстаграм-канал, поэтому можно еще туда подписаться. Также у меня есть страничка ВКонтакте, ну, то есть моя личная персональная страничка, я ее добавлю в описании к этому ролику. Можете добавляться в друзья, чтобы быть напрямую ВКонтакте. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Вилли, до новых встреч!